Как там, трансформатор называется эта хрень? А, вот она, да. Громила. Облик. Молот Владов. О. Ну, пусть будет. Не, в шапке прикольней. Шоп. Надо попиздать с этой. Или ты там тоже крутишь? Ты там крутишь или что? Да-да-да, сейчас пойдем. Я и хобби крутил. Мы тоже по две. Ага. Сейчас продам и пойдем. Ну, не скажешь, что там что-то прям топовое, но мне кажется, там есть шанс на что-то крутое. Можно ресурсы вот найти, иридии. Там есть какие-то камешки просто, которые могут прокнуть. Должен быть автомат, который крутит за иридии. А, типа там... Да, там типа нормальные пушки. Ну, нам пока рано. У нас всего там тут по 10. Что там дает? Свой модификатор дали. Киборг. Емкость пистолетов, патрон для пистолета, понятно. Скорость при зарядке щита. О, там это нормально. Квест какой-то наверху. Да, надо взять. Не, мне нормально, мне нравится на перезарядку щита. Где он? Maybe у портрета у этого. Нету? Да нет, ни хрена. Он снаружи? Да, он снаружи на стенде. Блять. На доске объявлений. Ты взял, да? Майрон. Че, мы рэди? Можно запускать. Тритон Флетс. Заряды для РПГ стоят дорого. Алло, локация ничего такая. Запердон. Здорово, Запердон. О, что происходит? Кратер Димена. Димона? Да, Димона. Кратер показался. Ты никогда не видел Димкин кратер? Не хотелось бы. Ганс. Ну-ка, квестик. Эковой нуждается в помощи, нужно устроить небольшой саботаж. О, привет, Савила. Так, что нам тачка нужна? Бля, это ебать, как далеко. Пойдем сейчас вот этот квест сделать. Так. Сучара. Там пришелец какой-то еще, да? Шугард. Что там нам что-нибудь насыпало? До свидания, нет. Походу, да, ни хрена нету. Йогурт.
Ну чё нам? Считала все, что надо. Тут вроде что-то это. Круг. Подожди, там машина какая-то раздолбанная. Где? В кратере? Угу. В Димкином. Вот она. Где ты, моя любовь? Goodbye. Oh. I'll mark the location on your echo. Please, Bolt Hunter, find my sweet love, Vishy beneath the stars, all within the heavens. Можно машину спустить? Я так понимаю, тут нет пункта машин. Это просто так для красоты висит. Он наверх. Ты без тачки решил? Угу. Сейчас с виду перестрелка просто будет. С виду? Ну понял. А тут и не заехать. Пункт Банджо. Эу, Банджо. Опа, молодой человек. Понял, тут уже левел серьезный. Я добью. Я не добивал никого. Искал добьешь, я ушел. Ты огнем добил. Есть пострелять в кого-нибудь? Да, вот тут, снизу. Безбашенный скаф. Ах ты, сука. Он еще и, блядь, щит восстановил. Не добивай. Бля, ты тварь. Ты петушара, я тебя ненавижу. Ты добил его, я его, видимо, дамажу. Я разревусь. Бьешь? Должен. Сейчас. Чего попадать? Попал? Я его поддамажил там. Лунный камень. О. 13. Это же вот это М такая конченая. Это лунный, да, камень. Ириди, он же лунный камень. Тобиас. Кто-то звонит. Трубку возьми. Тут эти, дыхпайки. Ты берешь? Ща. Что-то нормальное? Или ты хочешь все подряд забрать? Я смотрю. Как ты говоришь, с виду я ничего хорошего не вижу. О, пистолет скорострельность. Устойчивость к молнии, к коррозии. Вот это на устойчивость неплохой слева. Зачем, говорит, вы моих людей убили?
У меня пишет дых паёк. Да все, хует. У нее сестра, оказывается, есть. Ты чего вообще базаришь? Пошевелюсь. Иди, его. Наибывает его. У нас тачка была прям с кратером. Вот слева. Ну понял. Я хочу посмотреть, что здесь. Ну понял. Какая-то штука. Штука, да? Какая-то. Что там падает? Кто нас обстреливает? А, это оттуда. Что, пойдем мстить? Кому? Или мы там были? Хуй знает. Куда нам надо? О, хилка. Сов мозгового окружения. О, сзади тут стреляет. Сосать получается. Похищенный ЗРК скалов. Понимаю, за них можно садиться. Кто? Ой, новые ребятки. New guys. О, еще лунный камень. Что-то с них прям падает. Что, меня толкнул? Ах ты сука. Больно делает. Чел, ты. Больно делаешь, чел. Еще один. Еще один из башен? Да. Идем. Вот там же, где был тот. Нету больше его. Я знаю. Ему в голову накритовал. Бля, что так больно? А как жить-то, бля? Есть шансы выжить? Шансы какие-то есть? Да, ну я походу приплыл. Хотя можно было изначально выжить, но нет. Все. Это смерть. К сожалению, это смерть. Бля, где я? Ой, где? Кто я?
Ля, в тачку сразу попал. Бура-бура. Бля, это, конечно, сильно было. Ничего не скажешь. Подожди, там можно еще в другую сторону проехать что-то. Ой-ой. Я уехал. Дамба. Походу машина застряла. Уверен? Квест какой-то был у него. Где его? Куда нам? Экстра бюст. Мне кажется, мы сюда пришли зря. Подожди. Ты решил сломать этот камень, попытаться забодать его, блядь? Блядь! Блядь, за что мне это нахуй? Ну, понял. Ну, понял. Вопрос, где я? А, я тут, я рядышком. А так мы... Бля, это, кстати, опасно. Это здорово, парни, называется. Ебай, уровень сразу плюс. О, это приятно было. Тут еще не все. Все? А это все? А это все? И правда. И это все, ради чего мы сюда шли? О, впереди. Он же лунный камень. Он же лунный камень. Умный камень. Тут наверх можно что-то. Или не можно. Maybe мне показалось. А туда можно? Нет, не можно. Бля. Минус голда. Улетев, получается. Политех? Получается? Чего? Даль. Куда я делся? Кто я? Ты меня телепортировал? Не понял. Энергетический. О, его заморозил? Да? В перде, давай, погнали. Бля, что с ним случилось? Подожди, а там что за... Блядь, еще один. Мы далеко, его хоть заморозил. Мы сейчас умрем. Я вылез. Значит, идем пешком. Логично. Логично. Там еще летает он какой-то чел. Ракета. Роцкет. Да, вон.
Ледяной Шугард. У меня как раз огненное оружие. А, еще маленькие пидоты. Так, эту хуйню выброшу. Давай, ледяной. Водяной. Все, мои шушпанчики справились. Кстати, я слыхал, в Вове хотят отказаться от этой системы. От стола. Да и так ее не будет. Ну, типа, уже решили, что не будет ее к этому. Да. А, больно он делает. Мы ведь дальше пойдем. Так и так побежали. Нам разве не сюда? Да я пошел за кислородом. Там ничего там. У меня фул. Я с этих хренов выбил банки. О, лунатик. Здоров. Туда ушел. Attention. Блядь, еще один. Пузики еще живы. Да ты шо какой кинченый. Все. Как ты говоришь с виду. Ну, пуха серая. Еще пуха серая. Залупуха. Еще вылезли, ну вы чё, серьезно? О, хилка, 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 дай хилочку. Похилить очко. Есть или нихуя? О, сундучок с пухой. Чё тут? О, кульный товарищ. И хуй так какая-то. Ну-ка потестим кульного товарища. Где он, бля? Вот он. Ля, нормальный кульный товарищ. Тут по мейн-квесту близко очень. Пошли обратно. Ну, пойдем. Вот. Вот к ракете нам надо по мейн-квесту. К ракете? Якобс, с такой скоростью ты ни в какую банду не вступишь. А что, у нас какой-то квест на скорость? Да и я сомневаюсь. Просто так фразу бросает чел, наверное. Не-не-не, у нас квест тут. Добраться до насосной станции. Сразу отдали. Да это триггер сработал, я не думаю, что он не-не-не, на скорость. Не-не-не, тут типа квест какой-то очень жесткий. Ну не на и скорость же он. Даже сложность жестко. Сложная жестко.
Да, ну это жестко, когда жестко. Можем загонять туда, потом сюда вернуться. Я пойду продам пока все. Или чё? Куда я хуй знает. Там просто для 9 уровня, только не пойдем. Наоборот, интересно, ты шо, блядь? Ты пусси? Или чё? Так, я... Получает, что ты пусси. У меня кислорода нет. Ну, пусть получается. А чё, граната нормальная? 67. Бля, гранат надо поменять. Ганс, ганс, ганс. О, шо это? Двойник, громила. Получается, я громила? Получается. Получается, что да. Получается, что громила. Это нам сюда? Опа. Маленький темный. Слышь, тут новые челики. Понял. Гранта сзади. О, с них что-то падает. Призма телепузиков. Да-да-да, вот ее надо. Бля, да шо? Не надо. Ебал. Чего как-то хуёво работает эта хрень? Угу. Так и должно быть. Чешо. Не уверен. А, там рядом, кстати, хрень какая-то есть. Может, на нее надо нажать? Да, да, да. А ты выстрелил в нее, да? Да. И заработал. Сердитый плохиш. Запиздили плохиша. Бля, больно. Хиль меня. Опа, спасибо. Есть. Там какой-то истинный жесткий. Я тут забежал. Блять, в натуре истинно жесткий. Где он? На центре. У меня патроны кончились. Ты его добил. Да. Ну не призрадка была как раз. Я ему щит снимал, снимал. Смотрю, ты в него разрядился. Псих какой-то. А, ну псих это хуйня, наверное. Или нет? Нет, хуйня. Переоцененный.
Здесь все зачистили. Сейчас надо добрать всякую хрень. И можно. Тут вроде бы этот перелетчик есть какой-то. Куда ты еще? А, на центр. Ты тут был уже. Там ничего не было наверху. Да. Рейтинг безопасности. А отсюда дальше можно отсюда? О, слушай, а там дальше есть этот? Или мне кажется? Вот здесь. Чё тут? Опа. Чё-то есть, бля. Опа, очки. Какой ты залетел? Короче, снайпу я тебя оставлю. Наверное, тебе надо. Я сейчас приду уже, пусть лежит. Серьезный кругострел. Ну, блять, надо попробовать. Во, это мое будет. Ну не сказать, что там что-то пиздатое, но. Так, а нам вот туда дальше надо. Да? А, еще куда отсюда можно спрыгнуть? Нет, похода нет. Что там снайпа какая-то говна? Ну там была синяя пуха одна. Но она это. Не снайпа, ничего. Это кругострел серьезный. Серьезный кругострел. А. Кислорода нет? Да? А, да? А, кислорода нет. Ну, понял. Там, смотри, еще один ящик какой-то. В середине? Угу. Ну, хуй знает. Меня там ничего не заинтересовало. Опа. Бля, короткий путь, нахуй. Срезал, получается. А там можно наверх. А мы там были, по-моему, да? Или это просто похожая локация? Здесь. А? Мы тут не были, да? Были мы здесь. Это место, куда не обязательно было заезжать. А, ну все, понял. И мы решили, что надо сюда заехать. Раз да. Не обязательно. Ну, окей. Инициация закончена. Надо тачку брать. Арр! Hello. Ах ты, сука. Блядь, ну ладно, я телепортироваться же можно, да? Тупо не ждет. Подожди, уже. У нас еще сайт квест в другую сторону. Где ты, любовь моя? Ох. Ну понял. Мне кажется, тут дальше пешочка надо. Как-то прохладно. Ну да. Ну ладно. Бля, там отлетает. Похуй. Ну понял.
Нам тут сказали, чтобы мы нахуй шли. Вроде разбил. А, там два этих. Да, насрать на них. Микрочева. Блять, она уезжает. Ну ты, ты пытался. А, нам убить ее надо? А, надо тачку взять внизу. Да, давай полутаем сначала. Думаешь, надо? Почему бы и нет? Почему, да? Че тут? Че тут? Че тут? Че тут? Че тут? Кислодор. Я застрял. Хуё тебе получается. Ну тут дорога куда-то вперде, прям реально вперде. Еба. Я должен дойти до конца. А, ясно. Пошел я нахуй. Невидимая стена? Нет. Там датчик появляется этот. Который говорит, что ты охуел. Ну тут вообще нихуя. Подаю снова. То честно, когда я не нашел ни одной жесткой пухи, такой, ну бля, хуйня. О, опа. А ты на лифте спускался? Нет. Понял тебя. Как ты решил спуститься? Угрожающий ударник. Как коммуниста пришлось продать. Don't get killed. Че, идем за Мариной? Мориной. А мы еще и на тачках на разных. Alas, 'tis my Deirdre, dead and departed. Well then, I shall join you, my love. Fear not, we shall enter the vast dark portal together. My wings beast towards you in the abyss. Wow, talk about two psycho birds with one stone. We just cleaned up the universe a bit, Vault Hunter. Come on back for your reward. Бля, показал, что это ты заржал. Бля, куда нам дальше? Сдавать его? Поедем в новое направление, наверное. Это была ошибка. Да. Это была серьезная ошибка. А, ну камон. Лазерная хуйта. Все? Another one
скаф с башни связи. Welcome in game. О, там можно буквально налево. Серьезно, нахуй? А почему ты сдох? Да тут мобы. Да я убил уже. О, безбашенный шкаф. Пошел пушить. Там обстрел. Бля, не долетел чутка. Понял. Еще бы кислорода где-то взять. Бля, припасы кончились. Нормально. Щит, по-моему, хороший, кстати. Заберу его. Модификатор класса, щит. Щит вот этот. Граната. Какая лучше? Нахуй ты меняешь? Ладно, пойдем так. Я ready. Подожди. Чел, ты. Чел. Чел, ты. Чел. Обычный взрыв. Раскалывает дыхательные маски, но 50 урона кислорода противника в дуэлях. Едем. Едем в соседнюю силу. Подожди. Я тут нашел себе вариантик получше. Все, ready.
Бля, вот эти. Собачка. Это вообще квест. Собачка. Пошли сначала на квест. Где там еще слева что было? Сейчас я просто заряжаюсь. Что-то рычит. А, это, блядь, обстреливает опять. Стреляют. Там что-то хорошее нашел. Вообще ничего не нашел. Ну просто понял. Сбегал. О. Тут заупка раскрылась. Так, а вот нам куда? Я думаю, стоит слева сперва зачистить. И квест взять, ну да. Горшок. Уф. Че, едем? Бля, мы поехали, если ты закончился свои примочки. Я, короче, посмотрю еще сегодня по поводу пока. Проконтролирую этот момент. Ты чувствуешь, когда думаешь, ну, блядь, тут, наверное, какой-то секретик этот. Разрабы говорят, иди нахуй. Ты с виду зря их вызвал. Да я их и вернуть могу. Чайник замерз. I can't bite. And I sang as I watched as my billy boiled. Then up leapt a jumbuck. I grabbed him with glee. Бля, твой шлепок, да. Майонезный. А есть где-то кислород? Тоже об этом задумался. С этих не упал, с монстров. Горшок. Ребята, я жду, когда вы напиздитесь. Оу. Там, кстати, рядом с тобой много молодых людей. А, не за мной? Ну, понял. Кью Крэгенс. Да все, кью уже вроде бы, да?
О, Краган извергатель. Сильный молодой. Да, дроны его там бомбардируют. Очко его. Ай! Блин, что-то они жирненькие. Что, блядь, задание было убить их троих? Ну, мы справились уже. Бля, патроны кончились. Взял котомку. Угу. Котомка, бля. Так, new level. Что там, пистолет какой-то был? Бля, по-моему, хуйня, ну окей. Да, $32 стоит. Тебе нужен? Нет. Чего? Просто коснувшись один раз, ты умираешь? Ну, видимо, да. Приятно, конечно, спасибо. Атмосфера. Ебать. Ну, с кайфом, конечно, бежать. Овчонок. Что, ты сдал? Угу. Что нам куда? А, 15 монет нам дали за это. 15, блядь. 15? Ну да, нам на ту сторону. Хоба. Опачки. Меня подожди. Да я тут пока активирую кислород. И уровень надо обнуть. Нормально. Так, тут, судя по всему, переход в next локацию. Враги спереди. Я вижу. Подожди, еще. Подожди. Ну что ты такой нетерпеливый? Ну видишь, как их разъебало. До сих пор трупы летят. Ты бочку хотел подорвать или что? Открывай нах. Бля, это неприятная ситуация на самом деле. Там турелки. Канистра с кислородом.
Че там? Я. Серый щит. Хуйня. На тихо сразу. Где? Пузик. О, сундучок. Тут что-то есть нормальное. Хуетарно. Сзади не золотал. Да за чем ты? Блять, уебал меня, сукан. Станешь? А некого убивать. Причем этот меня поднять сам не может. Святоша мой. Я сдох, короче. Я что-то возомнил себя сильным. Это была моя ошибка. Ошибка. $45, ну не так много. У меня в целом не так много денег. Red Bellis. Что-то там. Бенис. Че кого? А чё тут? Так, снопа. Снопа хорошая. Бери. Инвентарь так всем. Это я хочу. Nice.
Солдатик 2, рейтинг безбашенности 5. Тут какая-то штука есть. Где? Где-то отключить надо, короче. Безбашенный изгой? Ну понял. Там будет больно делать. Надо где-то кислорода найти. Ну есть. Так их убивай, с них падает. Да, надо похилиться. Сейчас я его убьем. Бля, патроны кончились опять. Блять. Смотри, сейчас покажу. Че? Сейчас залутаем. Где-то рубильник, короче, есть. По-любому. Какой рубильник? Пойдем. Там штуку открыл. Вернись назад. Да чего? Ты о чем? Типа ящик? Да. А где ты нашел его? Пистолеты, да? Спасибо. А есть нормальные. Солидно, конечно. Что за говно? Бля, где револьверы какие-то, я не знаю. Да ладно, мой пистолет еще нормальный, такой шлак вообще. Ну это да. Тут не поспоришь. О, там, кстати, какой-то жесткий этот толкоп карабин на 9 уровень, 3000 стоит. Ну прям выглядит солидненько фиолетовый. Ну да, 123 урона, это много. Солидно. Надо забрать те пушки и продать их. Еще продам. Что это, один урона? А чё лучше, вот это? Бля, ну по-моему вот это лучше. Вот еще с боби будет. Бля, мне она не нравится по механике. Не люблю вот это, когда стреляет очередями. Farewell. Ты что, забрал все? Да, я продал уже. Окей. Че, идем? Да, идем. Выглядит как босс-арена. Да, именно так и выглядит. Наконец-то кровавая битва. Ты что за алхимик из Доты? Первый. Огр, на нем алхимик. Краснопузик отнимет твои деньги и твою жизнь. Бля, больно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что-то жестко. Есть такое. Бля, он поджигает еще. Поднимешь? Бля, ну... Такое на самом деле. А что ты мне предлагаешь сдохнуть? У него на спине критовая зона. Блять, ну поднял. Проверяй. Ну, ресетим, значит, босса. Второе дыхание? Что? За счет чего? Меня дроны что-то убили. Или... А у тебя? Ты сдох? Нет, да. Ты живой. Пересадник.
жирный, конечно, пиздос. А, да, там мелкие, наверное. Блять, он за мной побежал. Бля, меня кто-то убил. А, сзади стоял чел. Убил мелкого. Переснулся. Бля, мне надо отхилиться. Блять, отхилился, проверяй. Красного убил. Или пузика, кого-то я убил, короче. Одного. Окей. Все? Хотел сказать изи, но мы сдохли очень много. Да. Будет несправедливо так говорить. Блять, я вообще не вижу мелких. На карте? Ну, на карте, да. Я вижу, что они рядом есть. Они меня... Меня чел тупо сзади затыкал, пока я выцеливал босса. Куда нам? Магазин-то работает? Да. А, да, очевидно, работает. Че, с бокса ни одной пушки не упало? Да. Ну, тут должен быть какой-то, мне кажется, сундук. Maybe, если откроем дверь. Да. Вот он. Давай, че там? Показывай, где че лежит. Синий автомат. Скользкий скоробей. Безнадежный. Ну-ка, потестить, что делает. Ну, мне не очень. Ну, этот такой. Якосовский, он по одной пульке стреляет. Далеко хоть? Интересно стреляет. А, у тебя, смотри, сундук за 40 иридия. Ясно. Не, ну там если бы мы могли друг другу... Если бы... У меня 32 иридия. Мне я могу... 36. Ну, вряд ли мы можем передавать. Бля, чего-то там, не хватает. Жесткое. Бля, ну мы, если бы могли скинуться, мы бы, наверное, скинулись. Ну-ка. Бля, у меня тут есть... Может, надо запомнить, что здесь есть оно. Бля, и сюда идти потом, да ты чё, рофлишь? А чё нет? Ну, мне кажется, вряд ли мы сюда пойдем. Maybe нам насыпят иридия. А, чё ебало. В иридии? Уридий. Ясно. Ясно. Ну, на продажу только я заберу. Я даже не успел. Там после... хуйня. Хуйня. Ну, бля, ты думаешь, там что-то... А, это что? Я думаю, это сундук с иридием. Дисгастинг. Что творит? Да, у меня мой дрон за ним летает. О, все, найс.
Чё, скотина, позволяешь себе? Ебать, он одним выстрелом мне снял щит. Ну-ка, иди. Вон и камень. Ну, я думаю, вряд ли у тебя стало 40 иридия, конечно. 37. А, ну нормально. У меня, по-моему, поменьше. Ты, бля, читер. Может, сейчас еще башенные придут. Ясно, кончились патроны. Понял. Тут тоже? Серьезно? Ну, спасибо, конечно. А мне патроны надо. Едем. Блять, не патроны, конечно. Где-то точка перенаправления должна быть. Да, вон выход с карты тут есть рядышком. Ну такое. Я тоже вообще без патронов. Ну сейчас вот немножко в конце что-то появилось пока. Но был момент, когда у меня на обоих пухах просто по нулям. Стрельбы третью пуху дали. Там как-то поинтересней, когда три. И там надо уже будет стихиями играться. Типа снял щит, потом поджег и так далее. Ну не знаю, можно еще типа как для дальней... На дальний бой, на ближний и что-то на стихию, на щиты, на те же. Со стихиями играть. Ты шо, блядь, Шаман Кинга досмотрел? Хотя нет, скорее Аватара. Подожди, а чё у нас еще? Все зверюшки квест. По квесту поедем, поэтому все зверюшки? Чё там делать-то надо? Ну, на 9 уровень, который квест. Который, блядь, типа ультра-хардкор. Охуенно сложный. Maybe так, мы... нам надо магазин найти сначала на карте. Да мы найдем патроны, не сын. Сейчас парочку этих убьем. Бля, в машину телепортировался я, нахуя? А, это ты на ней? Окей, тогда окей. Пошли на 9 этот. В принципе, мы можем это... Кого-то по пути пострелять, с них патроны упадут. Ну понял. Это магазинчика. Есть. Тут есть магазинчик. Магазин. Я пушку какую-то купил, идиот. О боже, потратил 400 голды просто так. Бля, у меня уже... я там автоматы потратил всю голду, он переживает. А тут нет патронов. Патронов-то нет, да. Я что-то не могу найти. Боже. Чё, кого, скотина? Чё, патрончики с него... Сучара ты поганая. Я, блядь, с него стреляю, он там проехался, блядь. Молодец, блядь. И тут давай проедься. Петушара, я тебя ненавижу. Ты едешь, нет?
Едешь, нет, блин. Вот я смотрю, ты едешь. А ты серьезно? Остановись. Ну, в смысле, это... не проезжай мимо них, давай добьем. А, понял, тут гнездо или что? Что-то такое. Лунный и вездеход. Какие-то ачивки там, блядь, импровизирую, еще что-то. Че, все, мы максимальное количество убили. Магазин есть. На лестницу попробуй заехать. Спасибо. Да, тут патроны. Так, ну я тут проехал каким-то чудом. На тачке. Какой ты уехал на мужчине в ту сторону? Я думал квест пойти сдать. А, бля, это далеко. Квест... Ты же отметил. А, ну, вот все, он отметил, он вообще в другом месте. Все, все. Ты в натуре. Такие вещи не говори, понял? Ты можешь подберешь меня? Ты можешь телепортироваться же. Там есть тебя? Каким образом? Нету тачкомат. Там... Нету. Тачкомат. Бля, чё? Почему? Ты можешь... же... Да я типа вперед ехал, камеру повернул и думал, он это развернется. Он чё-то нихуя. Он так не работает. Я понял тебя. Блять, нет. Я думал, там трамплин какой-то. Так, получается, не трамплин, да? Бля, а что тогда делать, раз не трамплин? Минус 100 долларов получается. Ты же телепортируешься там? Я себе свою закажу. Свою говнотачку с лазером. А как туда перепрыгнуть-то? А я ебу. А как нитро вообще врубать? Не знаю. Maybe надо нитро врубить. Ну-ка, настройки, клавиатура, мышь, значение клавиш. Тут нет такой хуйни. Газ, обратный ход. Пересесть. А, его нашел. Так. На F. Ты только, блядь, уйди. Да, мне кажется, можно попробовать, но надо прям не обосраться. Ну да, надо не обосраться. Бля. Есть такая инфа, да? Бля, а как ускорение вернуть? Ну, восстанавливается потом. А, да, я понял.
понял. Ну, понял. Что, мы до победного? Да. Ну, понял. Тоже не справился. Нет. Можно сразу с пола ебануть. Чуть-чуть. Брызнуть. А главное доехать еще живым. С виду там не получается. С виду? Блять, с виду, наверное, не получится. Уверен, что тебе надо именно так доезжать. Давай карту посмотрим. Для, ну, может, мы откроем инструкцию, вот это, знаешь, тема. Да, гайды. Задайте на гайд кто-нибудь. Это вы виноваты, вы не сказали. Бля, я тачку похоронил, но выжил. Ну, вообще, я не представляю, как там можно попасть. Блядь. Да она не долетает. Серьезно? Мэйби как-то наверх вот туда залезть. Ну я хуй знаю. Да, потестим. Ты там заказал еще несколько тачек. Да, может там прыгать можно на тачке. А, хуйня какая-то. Ты чё, погнал куда-то там? Понятно. Но выглядит нереалистично. Нет, тут конец. Типа, то что со скалы? Там тупик. Понятно. Ну, понял. Ну, тут главное, смотри, есть штука для кислорода. Как будто дают надежду. Да не стреляет, и так не видно ничего. Тихон такой, вот. Ну бля, тут надежду дают. И трамплин выглядит так, как будто по нему можно прыгнуть. Видишь, ты там врезаешься в что-то, ты неправильно едешь, походу. Бля, ты правильно ехал. Да. Чего? Все будет. Что будет? Доска будет. Понял. Ну, бля. Как скажешь. Посмотрим сейчас с тобой. Хорошая попытка. Он там врезается в начало платформы. Из-за этого сбрасывать скорость. Ты подпрыгиваешь раньше времени на трамплине. Блять, я сейчас просто подъехал к трамплину и меня выкинуло с него. Кривой трамплин получается? Разрабы дауны? Получается, что так.